Бандит из трупов. А чё, вы килимфлор не качали? Я качаю, но еще 4 часа качаться будет. Никто он тушь не пойдет. А, там время играл. Ой, Слепил оттуда шмаляет. Я уже вышел. Тебя убили, Димка. Да? Кто? Да, да ладно. Нормально. Вышел, называется. Я его убил. Все равно, блять. Сейчас лейфу да выйду. Он как когда ты выходишь, ты в елке выходил? Да. Ну, да он недалеко от тебя, походу, был. Он прям в тебя стрелял. 3 раза, 4 даже попал. Что тогда? Заканчиваем дейзом. Ты уже вышел, Димка? Да, меня даже убили, когда я выходил. Тебе там говорят, если в следующий раз броник увидишь, правую кнопку мыши класть, на него что-нибудь произойдет. А-а-а. Да хуй с ним. С этим броником. Для геев. Ты прикинь, по мне шмаляют. А не, этот другой уже убил кафе бандитов. Блядь, ну нахуй я выхожу. Там снайпер появился на горе, на снайперской горе. Дальше не заметно. Он только что кого-то убил. С 500 метров, с ЦЗ-ки. Ё-моё. Вот это замесы, блядь. Ещё бы бегать не надо было. Да, просто, блядь, сидишь в городе и все. Лол, что сыграет? На серваке Крымов в ДМ на Эйсе. Да, там, кстати, Протокс играл. Но... А что там такое это с ДМ? Ну типа там ДМ на Эйсе. ДМ на Эйсе. Прикольно. Там много людей играет, человек 30 всегда играет. Скиньте какой-нибудь, пишите, пожалуйста. Не знаю. Я не знаю, пишите, мы что согласно не играют. Из Эйс. На тебе пишет. Потом как-нибудь зайдешь. Прикольно. А кто такой инфо 2577? Я вам. Что ты пишешь? Короче, вы мне очень плохого мнения, я вам... Это лорд написал. Ты шо, все тогда уже? О май гад. Что? Лорд написал, что мы плохие? Да. В одно место его бы. Так что, спроси, он идет к CSGO или нет? Я написал, я же сейчас. Сейчас я подойду. Секунду, ребят, небольшой перерыв. И продолжим.
Бери задержку. Задержку. Да, ты перезапускай. Я могу это записать, кстати, когда он мне выпал сейчас. Если я F5 нажму, у меня последние 20 минут запишутся. Подожди, как это она записывает? Даст 2. Shadow Play, он типа фоново. Если я хочу сохранить последние 20 минут геймплея, нажму F5, он все, что 20 минут назад сохраняет. Нихуя себе. Да. Удобно ведь. Это где это? В какой программе? Shadow Play, да. Да-да, Shadow Play. Серьезно? Да у кого он видит? Сейчас маски из Payday добавили. Это неинтересно. В смысле? Программа? Да у меня Родион. Ну, что-то FPS 150-150, хуяк там немножко. Ой, бать. 80. Ух, ой, нам пизда. Ух, ебать. Парни, я стараюсь как могу. Ебать, тут маски с Payday, что ли? Что тут такое? Не только из Payday. Блин. Не, какая-то зачетная. Ну, короче, я нашел на земле. Меня расхуярили с калаша. Это холодно, ладно, пойду, приходите на мейс, давайте. Это кто? О, это Димка. Ну хуй это помесоряешь. А у тебя хп не берется. Ой, а у тебя какая маска? У меня какая маска? Лол, у меня зачетная тыква. Маска. У тебя тыква. Лол. А у меня какая? А у тебя, типа... Яноба. Шуста, ты кабан. Я кабан. А я кто? А я. Вот какой пистолет упал, смотрите. Где Димка? Где Димка? Китайский какой-то дракон, блядь. Да. Ой, Дэл есть, парни. Много? Что, включать челеникса? Да, один рашит уже. Двое. Окей, мы бежим. План трое. Понял. Бомба есть, бомба. Давайте размит. Как там? Как школьники, помнишь, видео скидывал? По кишке! Я сейчас стреляю по бомбе! Они там хорошо наловили. Ой, я тоже въебало хорошо поймал. Это мы. Последний, выбивание. Он последний, задавили его. Количеством взяли, отлично. Команда. Они из ПД, они грабят. Вы арестованы именем закона. Вы тоже. Я тоже. Вы. Ой. Вот эти маски как, наверное, пугаются. Ну, рассчитаны нам таких давно, которые. Мне радуги нравится, тыква. Что за кабан зачетный такой? Кабан. С хрюшкой-то. А кто у меня родом? Клыки торчат. У тебя все смешной китаец какой-то. Что, у тебя калаш, да? Выпал. Да, выпал калаш. На Б никого нет, что-то. Центр один. А нет, есть. Боя. Убил. Ну, молодец. Зиг один. Блядь! Димка подарил девайсик. В кишке. Там, там еще бомба возле него видел. Бомбу спалили. Бомба здесь, слышите? Вот, нижняя кишка. Угу. Я прикрою свет. Кишке. Да, радуга. Ой-ой-ой. Меня Джокер там отпиздил. Ну, сори. Я посмотрю их не резко. Походу с баклана придешь сейчас. Бомбу смотрите. У вас это называется Зига. Баклан. Что садяем за баклан? А? Ну вот это баклан. Зига, да. Зига это, ну, мы, блядь, в городе называем это баклан. Ох, все, кривор. Да, я помню баклана. А вы что, никогда не слышали такое? Нет, я баклане, на баклане. Окей, блядь. Зигзаг, зиг. Я тоже помню баклан. Нижний это темный. Ну да, на баклане типа это там. Да, да, вот нижнюю тоже называли раньше темной, а другие называют ее кишкой как-то, я не знаю. Да, кибитка, бля. Ох, ебать. Меня продропали. Докер, это ты тепанул меня? Нет, длина. А, куда ты рашишь? Есть. Патронов нет, прикрой. Окей. Зигу пропустили, я сразу. Попросил прикрыть. Я при он вылез, блядь, аж не могу полностью все видеть, ёбаный рот. Подойти поближе. У него ВП, блядь.
Потому что, блядь, у меня пистолет. Потому что у меня пистолет человек. Да иди ближе. Там АВП, блядь, куда ближе? Не там... могу ли бомбу спиздить? Флешки там АВП, блядь. Угу. Центр зашел. Они на Б, они на Б уже. Понял. Откуда у него АВП, блядь? Справа, ну, смотри, справа. Бери оружие, куда ты идешь? А, окей. А, блядь, что сказать? Какой-то педрило убило. Патроны, патроны. Это у них гандоны? Боже, Димка. А он ушел. Ух, в кишке, в кишке, в кишке. Ой, блядь, один. Ой, блядь, один на троих, а я не умею играть-то, я забыл. Сики идут на тебя. Два клана. Можно сейвить? Можно сейвить? Да, ты 90, иди сейви, блядь. Бомба. Вот это ВП смотрит. М-ка валяется. Пизда. Ой, М-ку я засейвлю, блядь, заебись. Молодец, сейви. Выйди, посмотри, выйди, посмотри. Выйди, выйди, глянь. Похоже на да. Смотри, что там, а что есть. Может есть кто-то, да? Отлично, и смотри, выходи под гранату, пусть думает, что флешка. Блять. Как же вы, блядь, не упали? Так, давайте я на пойду, а то там, походу, веселее, чем у меня. Я АВП взял. Давай, покажешь ему сейчас мэд скилл в миде. Так, я пойду заберу АВП. У меня сейчас тайпер бросит. Ну, жалко тогда. У нас два АВП, Джокер. Я пойду на Б. Давай, на Б, я на А тогда. Я пошел баклан смотреть. Давай, давай. Зиг один. Угу. Сейчас будут выходить. Так, на Б один. Уже нет. Ебать, я врезался в гранату в полете, охуеть. Вот, а мне-то шус, он прошел у тебя. Нет, не прошел. Значит, нет, он у меня прошел, значит, он у меня внизу где-то упал под тобою. Центр кто-нибудь смотрит, потому что смогли я быть. Центр смотрю. Флеш. Мне гранаты закинул. Центр один, Джокер. Окей. Я буду смотреть центр. Убежали на, убежал на дверь, в дверь убежал. Ну куда ты, блядь, передо мной бегаешь? Джокер, иди бэ, посмотри, я посмотрю. Он здесь, за дверью. Здесь, прошел. Здесь, ко мне. Ребят, 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 длина. Кто там? Он в кишку убежал. Длина, кто поможет? Сейчас там пацан у тебя смотрит. Он на бэ. Его убили, блядь, уже. А, да ты? Он на бэ бежит. Джокер, посмотри бэ. Длина, АВП-шка и все, и снаружи. Обратно в кишку или Димка, я бегу. А, ты его убил. Димка, живи, Димка. На Б убил. Блять. Плен где? Там он вроде был. Там. Он отошел, я Дел смотрю, его нету. Там ВП-шник, да. Окей. А он с АВП, да? Их двое на длине, да? Вот АВП умер. Одного убил, да, АВП умер. Ну заходи, что с автомат. Да шум делать не, нахуй мы идем туда. О, бежит, тихо. Блять, глухая тетеря, пиздец, возьму тебя АВП. Пиздец, вообще. Купи себе наушники, пожалуйста. У меня вырос, говорят, скайп кинул. На, держи. А почему ж я слышу? Нет, потому что звук. Пиздец, сейчас ты мочишь. Окей. Ты что, не слышал, как он, как табун нахуй лайк? У меня вообще звук нет, КС. Что ты хочешь? А как это нет? Отключи его. Общая громкость у меня 0.10. У меня стоит... 0.26. А как прописать валам? Дали дым на... У меня 0.08. На мид? На мид дым, да? Да, на мид дали. Помогите с Б, не той Б у меня вот флешка, флеш и центр. Б забежали, Б забежали. О, блять, вижу. Центр много Б забежали. Центр тоже. А, это... А, не, один не, на минусе, это дикой, дикой. Бомбу центр ставит, дикой. Бомбу ставит Б. Так, мы через кибитку идем. Давай. Так, 6 хп, я отхожу. Я флешку, флешку. Я себя гранату кинул. Да я видел, спасибо. Да блять! Убил одного флешки. Ёбаные флешки! Гори в аду, Димка. Это не моя флешка, хули ты. Тогда не гори. Я давно кинул, блять. Хорош, минус все. Изи, без отца, без смертей. Ух ты, у меня пистолет. У меня дифюз есть? Да есть. У меня дифюзов нету просто. Ты успеваешь. У меня пистолет такой пиздатый. Чувствую себя человеком. Мы ведь не командно играем, чтобы раскиды всякие делать, так что кидайте флешки для себя и все. Для своих не надо. Это глупо выглядит. А мы вместе шли? Не, ну там типа ты заплешил, мы выходим, а нам еще одна прилетает.
Ну, я зафлешил и пошел первым. Ну, короче, кто ты вот из наших? Проведу флешбэнг. Я вообще не кидал флешки. Меня зафлешил кто-то. Что это за чувак? Как он может вообще писать? А, да, вижу. Там два ОПшника у них, блядь. Окей. Вот. Опять на длине закидывают. Блядь, сразу Джокер, тут близко. У двери. На Б заходит. Б зашел один, прошел. Я не справлюсь. Я побегу. Второй пробежал. А, хоть на РСП, АВПшник. Через, ставит, через, на я через темку тут. Я должен слева АВПшник срус, по идее. А не, он на базе. Джокер, сейчас. Джокер, Джокер смотрит. Я не могу высунуться. Он меня пересилил. Ебать, 88 урона. Один красный, 12 у него. Неважно. А кто у нас на Б стоит? Потому что Джокер что-то добит на респе, потом он идет, когда уже, блядь, не зашел. Почему я так свободен? Я пошел на Б, все, я на Б иду. Иди на А, Джокер, смотри по план. Окей. Как ты их так запускаешь? Я звук настраивал. Смотри. Теперь я выключил музыку. Два ОП сразу. Ебать, он читер! Я на Б, но я не смогу задефать. Джокер, отходим. Длина двое. Бомба тоже. Да ёбаный ты. Да типа обычное дело. Ого. Длина двое АВП и... Трое, трое. Трое. Бля, там АВПшники же двое. Да пошли, слышишь, это пиздец. Чувак, это один раз он стреляя пробегал, второй раз он несчастный пострелил. Это какие-то задроты. Это чувак, который приходит с работы и садится играть в Counter-Strike, понимаешь? И так он уже на протяжении двух месяцев. Не, он учится, тренируется, как там бегают люди, и он стреляет. Ой-ой-ой. Там, блин. Ой-ой, шесть хп. Оттуда меня. Зиги. Я слышу. Ой, в голову. Он меня как продропал, ты это жесть просто. Вот Шус пришел с ножом на перестрелку. Шус сейчас с ножом. А я это когда перепрыгивал. Пошел я опять на Б. Бля, если этот задрот опять мне сейчас попадет в эту щелку, это будет. Я тоже на Б схожу. В прыжке. Это будет вообще пиздец. А тебя в щелке ебнули? Да, он первый раз, когда я бежал на Б, прострелил мне в ногу, когда я пропрыгивал. А второй раз, когда я назад пропрыгивал. Ух, блядь, меня. Ебать, вот я тебе говорю, это задрот. Это, короче, пиздец. А с чего это у меня? ЦВП. Б, гранаты летят. Поможем. Я, блядь, Зика прошел один. На Б выходит. Там на миду он ебашит. О! Вот это он сильный, короче. Зигу прошли, а, ребят. Бать, блядь, вообще не попал. Один на нашем респе, другой на Зиге. Два на нашем респе? На нашем респе, да. Блядь. Заблудился в дыму. Я, блядь, запутался где. Сейви, сейчас. А было бы что сейвить. Я просто думаю, это АВП у меня где-то на медле стоит. Да он ушел уже, прошел по длине. Не, я так думал. Он прошел по длине мимо нас. Он уже смотрит сюда, блядь, охуеть. Сейчас будут от бомбы спасаться. Вот идут. В яме. О боже, умри, пожалуйста. Костя пидрила. А что у него ОП было, что ли? Нет, это МК. Долгая битва. У меня денег нет на закуп. Джокер, дай дроп? Или тебя тоже? У нас ни у кого, все сливаем. А, ну хорошо. Окей. Держите, кому надо АУК. АУК? Димка забрал, ничего не сказал. Я ничего не взял. А, блядь. Кому отдать? На. Я пропрыгну. Джокер, на. Ставь себе. Да? Я не увидел. Я настройки смотрел. Мне написали что-то. О, на Б. О! Делал флешер. Они сильные, чувак. А ты хули ты думал? У меня два калаша, блядь.
На нашем респе дымят, суки. Такие попадаются теперь. Они просто выходят и хедшот сразу. Прикают Counter-Strike каждый час своей жизни. Я ему два раза в голову попал, минус 99. Ну ёбаный в рот, опять их пятеро, сука. Минус 99. Джокер, Димка, у него минус 99 там, справа. Я не хочу. Один хп у него. Димка, я хочу сейвить, вот именно. Не выглядывай. Вот он, один хп у него. Слева, Димка. Слева. Ой-ой-ой. Бляр, электрик. А кто остался? Кто остался наш? Все, заходит. Заходит хп. Подвоюй там. Беги, блядь. Там не. Один, два, что ты слышишь? У него... Там ВП. Нет, что? Он не успеет. Обмани его. Сука, ну, он еще и там. Почти опанул. Хорошо, почти подожди, минус стройки. А ну-ка. Он тебя слышал? Отлично, почти его обманул. Настало время скаута. Настало время опять идти на Б и закидывать им нейды. Я должен первый пройти на Б, чтобы они не зашли в ноль. А ну, ускорение мыши сказали выключить. Где эта хуйня? Выключить. О, он промахнулся. Так, уже флешки кидают на Б. А мы им гранаты уже подкинули. Димка, посмотри Зигу, сидит. Нет, там смотри, я Зигу скажет. Давай, я тоже. Походу через Б не пошли. Или один тут будет по-любому. На, кажется. Ну ты иди, я посмотрю Б. Давай. Ой, блядь, на баклане двое, сука. Делал, на меде двое, на меде. На я им там подкинул обоим, но не убил. Обои. Кто-то на меде есть? Кто смотрит? Еще Дэл двое проходит с бомбой. Липой. Выходи на баклана, помогай. Эй, кто на? Кто убежал в сад? Ты что, больной? Вернись на баклан. Блядь, прошел уже. Кто стоял на баклане? Тимка, нахуй. Сдал? Я прошел. Все сдал. Так я прошел, сказал же. Да куда ты прошел? Сделал бы там и прикрыл бы нас. Ну так я пошел. Димка, смотри, показывай, как ты должен был сделать. Вот так. Ты не видел, как я сейчас убил чувака? Так там никого не было ж. Как никого? Оттуда все шли. Окей. Дебильная игра для дебилов. Откуда? Я помню, смотрел какой-то ролик, но я все забыл. Там, короче, всегда патроны ложатся по одинаковому. И надо просто привыкнуть, типа, как они ложатся. Т-образно. Не всегда. У калаша вниз и вправо в зажим, когда... У М-ки я вообще не смотрел. Их не иди на бомбе. Так, я надо туда. Просто такая песня. Да ёбаный хуй, как он это делает? Ёбаный рот. Он играет в эту игру каждый день, расслабься. Блять, это невозможно пройти на Б. Блять, там есть АВПшник. А, он уже стоит там. Нахуй, идите, я в шоке, блять, от этих пацанов. Джокер показал, класс. Иди забери АВП. На баклане есть. У нас тоже есть. С баклана уже зашел на... Джокера забирай. Парни сейчас убьют просто. С баклана уже зашел на... Джокер, будешь за АВП? Да. Или я заберу, блядь, я вообще. Убил сзади. Забирай, забирай. А просто, блядь, жесть не попадает. Два раза попал. Печально. Пиздец. Справа от Джокера еще один пиздец. Нет, я имею в виду там, на Дели. Я вы че, ребят? Не, я не пойду. Сыкун. Пусечка. ВП дорожка. Нож. Цель. Один. Это даже не из пайдея. Все поднимается справа. Режут сзади. Хотя бы еще два раунда взять. Питаем, все, они уже мертвы. О, Димка, дай дроп. Че тебе? Дроп, ну М-ку просто или что-то дай. Пушку какую-нибудь дай мне. На Г нажми сейчас. На Г нажми. Подожди, короче, блять, вот так бери. Спасибо. Идем на Б кто-нибудь один.
Не-не-не, он, блядь, простреливает. А, он попал! 16 хп. На Б нужен человек, я тут. А я буду. На А никто не остался только. На длине. А, на Б все! Раш, Б, да. Только двое. Как они так быстро? Там бомба была. Еще и на меде есть, АВП. Ставят Б, да. На меде АВПшка. Вроде бы. Сука, думал забежать успею. Минус 92, кто послал бомбу. В планте стоит. Минус 92. На этот залез. Дырку смотрит. Осторожно. Блядь. Ох, жизнь без. Там есть. Чувак на ходу с АВП стреляет. Изи. Ну, не умеешь, что хорошо. А наш чувак. Ну что, сейчас за террориста будем, что станет калаш свой или что у тебя там выпало? Статрек, да. Калаш? Калаш. Вот. И сразу все. Победки, бля, в нем ваш калаш, статрек. Я знаешь, как определяю задротов в этой игре? На кнопке тап, видишь, там цифра 5. Это значит 5-летний ветеран. Он 5 лет играет в Counter-Strike. Ну, у нас понимаешь? Тоже есть 5-летний ветеран. Да. Хотя этому не. Квесту нету 5 лет. Чувак, не, он в общем, 1.6. Лет играет в Counter-Fighting. Это 6 лет? Ну нет, Спасибо. Если ты купил, допустим, давно-давно на Steam 1.6 тот же, то это уже считается 5 лет. То есть даже если ты не играл сейчас. Это на кто просто кто набойдет? А тут есть 10-летний стаж? Нет, еще нету. Не, ну просто стоило купить, блядь. Если бы мы купили тоже, когда там в CS играли, на пиратках. Не, мне кажется, от зависит от наигранных часов просто. Не-не-не, нихуя. Это когда купил. Это как в этом, Battlefield ветеран. Просто если у тебя есть игры эти, то можешь, блядь, получить это. Как на Б? Нихуя себе! И сразу 10 гранат сюда! Снизу справа у тебя есть вот один косрож. Я вижу. Я пошел на базу отдохну немножко. На меде есть. Опять АВП там стоит. По скаутам ты же быстрее бегаешь, чем снаружи? Нет, не быстрее. Так же. Он в сорсе быстрее. Их там двое было. А. Я, блядь, охуеваю. Пошел помогать, блядь, а там пацан уже. На ходу с АВП, блядь, хедшот. Оп. Там два с АВП, они вдвоем ходят прилепленные. Он там с АВП сейчас они будут выходить. Блядь, 4-8, ну... Ну все потеряно. Зига. Зигаласт. Там бомба. Прошел шус. Сейчас его убьет, блядь. Ой-ой-ой. У пидрила убил какого-то. МК. Калаш Star Trek. Пацаны, кому? А, я взял свой калаш назад. Вы с ним. Дружим дроп, давай там дроп кому-то. Давай. Спасибо. На здоровье. Я пошел на... Крутая МК, темная вода. Да, темная вода. Нас много. Ох, у меня на Б человек хелплис. Ты когда Б заходишь? Опа, на меде. Ой, блядь, на длине, ёбнули сразу. Понял. Нахуя ты спрыгнул? Вот нахуя ты спрыгнул? Что ты теперь будешь делать? Как ты будешь дефать эту ебучую точку? Я испугался. Боже мой, блядь. На Б АВП. Я помогу. И там АВП, блядь, АВП везде. Нас, блядь, на Б2 АВП. Димка, пиздец. Блядь, нашусь. Я спасался. Ты вообще в одну играешь. Ой, блядь. В кишке есть. Они ушли. Не ушли. Не, заходит. На, поставили. Ебать, человек просто вышел, въебало, мне засветил. Говорит, я умею играть в эту игру, а ты нет. Второй ВП с ним ходит всегда. На длине. Мы могли даже не запустить Дел, если бы Димка просто стоял наверху. Просто могли не запустить. Зачем ты выкинул? Да пиздец, что не подбирается нахуй? У тебя тоже ВП. Там их трое. Пизду, блядь. Перезаряжайся. Давай, камбэк. Давай. Четверка осталось.
Ебать! Ну нахуй, блядь, они все тут. Сейчас ножа. Пиздец. Минус 89. Заовнили. А что сейчас ножа убили? У него денег будет 0, да? Нет. Кто-нибудь на бассе нападет сразу? Я пойду. С пистолетом. Окей. Джокер, не прыгай просто так. Иди по дверью прыгни. По дверью, Джокер, иди прыгни. Только не прыгни, а просто по дверью подойди и все. Подойди по дверью, пройди просто дальше и все. Вот и все, блядь. Никто не продропает. Там они просто держат одну точку и смотрят ее. Нихуя себе мула. А Б вроде что-то. Это вас раунд, кстати. Блять, надо было покупать что-нибудь тогда. Один мертв у них. Кто со мной на Б? Я. Человек прикрыт. А ВП на ВБ. Можешь подождать, они пойдут. Он закоцанный, у него пол ХП. Идут. Не идут. Минус. Слышь, уходи, да? Уходи, я держу Б, иди помоги. А, я за пушкой. Я ВП у них на респессию сейчас стоит. Ни одного ВП. Ага, убили наше ВП. Короче, я помогу тебе. Димка, осторожно, когда заходишь там к себе. Так, я спизданулся ВП. Закидываю. Убил на респе. Один надо. Двое, две надо, я думаю. Может один, конечно. Не запроси на... Оба. Оба, да? Походу, нет. Да. Я не знаю, ничего скажу. Но дым кинули, они прошли мимо. Не про... Я смотрю дыма. Нет, не прошли. Вот сейчас будут проходить. Как он... Радуга, как он меня на ходу убил? Как он вообще меня я видел? Я одного застрелил, и меня сразу убили. Вот этот вот супер... Фикс вообще имба. Он с пистолетом, Радуга. Ну что ты, блядь? Я могу попасть, блядь. Я... Ну выйди, убей его. Я вообще... Хорош. Ебать, я вообще в него не попал. Как я его так... На ходу даже выстрел не слышал. Поменяемся? Я вообще в него стрелял даже. Че такое ГХ? Good Half. Я не знаю, видимо... Good Half. Хорошая половина. Наверное, эти парни играют в Na'Vi. Они даже пишут гонцы. Втроем, втроем. ГХ, блядь. Те, кто смотрит стрим, думают, блядь, батя не лохи. Я бы сейчас написал просто I play this game one time in months. Давайте на Б зарашим, давайте все на Б, не? Тихо, давайте на лучше. Под флешечки, на, пойдем. То на Б быстрее просто было. Первая флешка промахнулась. Тут их профессионально кидает. Ну все, они стреляют в голову, мы им ничего не сможем противопоставить. Пиздец просто, блин. Да, они стреляют. Блять, я 5-5 на 2, какого хуя? Как сменить? Как это произошло? Как сменить противника? Да. Дайте нам нашего уровня. Откуда у тебя вообще два калаша? Ну, я когда-то играл в нее. Оп. Да он задрот. Он чтоб играет ты понимал, день. У меня 64 победы в этой игре. Чтоб ты понимал, блядь, он играет после каждый день с нового, другого аккаунта, блядь, в КС. Приходит там, снимет видео и играет. Снимет, а потом заходит на этот. Ой, ребят, играет там раз в месяц. Чтоб впечатление-то какое было. Ну я же не снимаю видео по КС. Снимай гайды. Я же не играю в КС. Он же сказал, что ты играешь. Еще, у меня фрага, как у наших лидеров, так что отъебись. У нас он 5-летний ветеран, набрал столько же фрагов, сколько и я. А я не набрал столько. У них какой-то пидыр. Чувак, 5 лет играет в КС уже, блядь. 5, понимаешь? Он приходит домой и играет в одну игру. Прикрывайте, у меня бомба. Ну почему вы не... Он почти убил, у него хуйня, хорош. Я ему там прости, нормально... Шус, я тебе попал. Тебе голову размажило, там хелпа написано. Так, они есть на Б, они кидали дым. Они имеют нас. Что за грязный пидрас? Ну кто-то про... меня... Снизу двое ребят заходят. Двое! И сзади, блядь! С Б. Педрила. Какая драка. Слева стоит заходом. Нас шраш остановили, блядь. Давайте на Б пятером. Давайте выкинем этого чувака. Сила в единстве, по-моему. Они там кидают дым на входе, мы не зайдем. Если мы в единстве, короче, выиграем. Парни, есть калаш, стат-трек. Покажи. Смотри. Повернись ко мне назад. Где кинь ты? Его, сзади, посмотри. Сзади. Кинь его, посмотри. Ой-ой-ой. Пойдем. Ой, блядь. Наклейка даже какая-то. Virtus Pro Complexity. Что, блядь? Пойдем по зиге все. Этот чувак пишет. Следуйте меня на инстаграме. По зиге идем. Зига-зига, зига-зага, зига-зига, ой-ой-ой, зига-зага, зига-зига.
Ой-ой-ой. Сука, сейчас пизды получим там, блядь. Кто-то кинул. Они, блядь, даже молотовы кидают! Они, блядь, даже молотовы, сука. А-а-а! Джокер сгорел. Они профессионалы. Они что-то знают. Ох, какой калаш Virtus.pro. Я хочу умереть, чтобы посмотреть специально. Хорошо, парни. Хорош. А где? Где-то стреляет по мне. Я непонятно, где-то что-то шмаляет. А, под этой стоит. Под что там пишет, сколько патронов, да, на калаше? Нет, сколько убийств. Где он? Под понтом. У тебя написано второй. Давай. Все. Мне 42 хп перезаряд. Ставьте бомбу, кто там? Камбэк. Камбэк. Блять, он... О, у меня галил. Заебись. Обожаю галил. У меня МК с наклейками. Могу дроп дать. Не? Не надо, окей. Почему все глушитель ставят? Все, блять, пиздатый. Противный. Все, я смотрю со скаута, сколько идет на Б. А я МК с его ником, 0-0. Я себе. 0-0, вайфа. Так, один словил маслину. Двое на Б, как минимум. Пошли на позиги, да, наверное. Есть на мини. Медиа ВП, да? А ВП есть, да, мини. Сзади, да, вышел? В яме. Один. Блять, там бомба. Не пройдем, они все чинулись там. Все тут. С длины сейчас пойдет, ребят. Надо бомбу взять у тебя. С длины идет к тебе. Я слышу, блядь, там наш. Там не наш. Там в этом есть. За дверями. Я не знаю, кто это. На баклане. Я у длины. Блять, нихуя себе, уж за автомат. Ну 72. Двое идут прям тебе. Один. Если он выиграет, я открою сундук, ребят. Окей. Мы заполним твои слова. Там двое. Ну у тебя же супер калаш. У одного там один с хп. Сколько там? Так. Ко мне друзья, чувак. Димка. Что? Ко мне добавился друзья, чувак с ником. Скажи Димке Коубанд. Коубанд? А, Говарбанд. А. Да. Криса. Мне еще надо стрим выложить. Топ по фрага. Стартрек. Стартрек. Уже три. Не, был бы у меня такой калаш, я бы тоже всех убил. Конечно. Пойдем на Б. А кто-то с Зевсом, кстати, убивал? Этот, который, типа, шокер. А его нельзя купить в компетитиве. Можно. Можно. Раньше нельзя было. Не, раньше нельзя, да. Раньше, да, я помню. А вот недавно играл. Как там? А можно кто-то убивал вообще, или это, блядь, импасибл? Опять, блядь, дым, суки. Как же вы заебали. Бля, Димка, сейчас 5 человек оттуда вылетит и все, и пизда. Ничего, мы последний рубеж. Ой, фиолетовый шус. Шус на зиге один. Чё-то... Кривой мудак! Мы зажаты здесь. Чё? Вы проходите там? Димка, разбей, давай. Там слева сразу стоит один инфосотку, он всегда там стоит. Никого не видно. Давайте я в размен пойду. Давай я. Все хотят размен. Он сверху, на ящик. Нихуя себе. Он, да, блядь, ниндзя какой-то. Еще один там стоит, где выход. Слева, справа наверху. Радуга, там двое. Они оба, блядь, со скаутами, с ВП, со всей хуйней, короче. Ой, один за ящиком спрятался. А, и кстати. Да там, блядь, ниндзя какие-то, они в воздухе, блядь. Он с ящика прям убил нас. Это пиздец. Парни, топ по фрагам. Да, блять, пока у нас нету ниндзя, мы ничего не можем предъявить им, к сожалению. А ножик что нельзя выкинуть? Я хочу, блять, без оружия, пойди, дать пизды. Кулаков. Все, we will defeat the veterans. Слышали, что сказали? Двое на Б смотрят. Хорошо, мы через длину, ой, да. Гранаты полетят, они сюда. We will live long lives. Блять, что они больно накосили. А как наша бомба ходит? Блять, там на меде, сука, они везде, они, блять, как эти, пидоры. Они что-то знают, а кто они фиолетовый? Они какие, они тоже. Шус. Фиолетовый, ты живешь? Я живу, да. Изи там. На баклане. Фиолетовый, иди назад сейчас. Я не смогу. Назад без вариантов.
Дебаг куля. Значит, вперед, на баклане надо ходить сзади. Все, на миде вот есть. Я его испугал. Там есть, есть. Вперед зашел. Сзади обходит. Хорош! Там еще нужно. Гейм ченджер. Надо уходить, слышь? Нас 40 секунд. Нас уже тут ждут. Пошли назад. Там, где убили. 40 секунд. Чем успеем? О, откуда? Ебать. Как он меня убил, а потом сразу тебя? Ну, меня он в голову убил. А я по нему стрелял и не попал так, как бомж. Давайте на Б все, а? Не? Пойдёмся на Б. Слабый. У меня есть идея. Не, ну вот чувак знает, как стрелять за жим, а я не знаю, как даже 4 патрона садить нормально, потому что, ну, я хуй знает, куда эти патроны летят. Никаких сундуков получается. На самом деле, играя в такие игры, очень важно знать спрей, потому что если ты не знаешь его, то тебе дают. Я никогда вообще не стрелял в видео, блядь, как стрелять, блядь, я просто играю в КС, если так. А вот они смотрят, ВП на Б. Точнее, они не смотрят, они даже знают. Дыма, ВП на Б. Сзади! О, блядь, прости, брат. Ты не попал. Блядь, микронат, блядь. Ты что, не слышал? Ты с пистолетом бегаешь? У меня ничего нет денег. У тебя есть оружие? Ебак куля, как сказал. О, ебать! Я наказал тебя. Я не знал, что оно у меня есть. Я тебе только что дал на сзади, сзади, шус! Понял. Есть на Б, блядь, АВП, сука! Попал в него, попал, он накоцан. Красава, попал, он накоцан. А там еще АВП стоит на Б. Я же сказал, блядь. Так у меня ничего нет. Купите пулемет. Блядь, мы, по-моему... Окей, пулемет, блядь, денег нету. Деньги на калаш. Ой, блядь, блядь. Все, у меня есть заебись. Там мейс начался. Уже нет. Начался? Или начался? Ну, мы, мы последний раунд играем. А, ну приходите, давайте. Два. В смысле, последний парни, раунд? На Б, раш, фо, топ, топ раш. Захожу, убиваю двоих сходу. Слушайте, последний, мы же за 30, 8 раундов осталось. Ага, 8. Это ласт раунд уже. Один. Если 16, то уже невозможно перевес сделать. Значит, проигрываем? Ааа, блять, как он это сделал? Не поддержали. Он сзади зашел в кишку, сука. Блять, там зараж. Давай, давай, четверых осталось. Слева. Троих, троих радуга, всего лишь. Вышел в топу по фрагам. Где бомба? Радуга, бомба дома, блять, убей троих. На Б двое было. Затащи. Все, минус еще один, давай, двоих осталось. Радуга, квартиру подарю. Лол. Просто жесть. Лол. Поехали. Идем на мысли. Вот этот чувак, который попадал с этих, с ВП постоянно в дверь. У него два калаша. Получается, я точно так же могу. Подожди, а давай сундук открою, вот как думаешь, что у меня будет? Пусть звание магистр элита, блядь. Или нет, нет, сундук открывать не будет. Элита, а там не понижает звание? Нет, так я ж, блядь, играл нормально. Если бы играл как мудак, понизили. Так, ребят, нам 4 слота нужно, а, сейчас. 4 слота нужно, слышишь? Так, я захожу в этот, в мой ФТС пошел. Все, я открою конфу. Окей, ребят, все, на этом хватит. Мы сегодня заканчиваем стримить. Идем играть мейсики. Думаю, пока без стрима, потому что я, как заметил, большинство людей не любят их. Поэтому, если завтра, скорее всего, завтра, я честно не буду обещать. Поэтому подпишитесь в группу ВКонтакте, я скину адрес, если вспомню. Или просто пролистайте вниз на стриме и вы увидите ссылочку, где я обязательно напишу, что будет стрим. Обязательно заходите, смотрите. Я буду объявлять, анонсы делать. Ну и все. До скорой встречи. Пока-пока.